Как сделать спорт по-настоящему массовым? Сотрудники Департамента спорта и туризма нашли ответ на этот вопрос. Все лето в одном из торговых центров Иваново будет проходить масштабная акция «Запиши будущего чемпиона в спортивную секцию». Федерации подготовят показательные выступления и мастер-классы. Узнать точное расписание мероприятий акции можно на сайте Департамента спорта и туризма. Без массовости о никаком спорте высших достижений как бы говорить не приходится. И чтобы найти талантливых детей, тренеры по традиции перед новым сезоном ходят по школам, осматривают подходящие кандидатуры. Мы решили им немного облегчить эти поиски. Значит, и Департамент спорта и туризма поэтому впервые проводит вот такую акцию. Отдельные спортивные федерации и раньше проводили презентации, но теперь ивановцы смогут познакомиться с большим количеством видов спорта. В акции «Запиши будущего чемпиона в спортивную секцию» примут участие 16 федераций. Первыми выступят кудаисты. Им есть чем гордиться. Этот год для спортсменов был урожайным на победы. В апреле месяце проходил первенство России в Москве. Это проходил отбор на чемпионат мира. И на этом турнире у нас выиграло трое ребят, трое чемпионами стали. И они попали на чемпионат мира. Чтобы жители смогли узнать больше о достижениях наших спортсменов, планируется создать виртуальный музей спорта. На сайте Департамента спорта и туризма появится специальный раздел. Там разместят информацию обо всех титулованных земляках-спортсменах, уникальные фотографии и статьи об интересных экспонатах из мира ивановского спорта. Любовь Почерникова, Андрей Семёлков, РТВ Иваново. Графики тренировок и так далее.